Всем привет, с вами я, Чебурашка, и вы, наверное, часто задавались вопросом, как же отделить акапеллу от бита. И напрашивается второй вопрос. Что, блин, такое акапелла? Большинство моих зрителей не знают, что такое акапелла. Если говорить простыми словами, трек состоит из трех составных вещей. Это низкие частоты, это бас, средние частоты. Это мелодия, снейр, хай-хеты и так далее. И высокие частоты — это голос. Я вам научу, как доставать голос. Заходим, естественно, в ВКонтакт, ищем трек для примера. Поможет нам в этом группа «Неизвестный рэп». На баре синие, мы танцуем под минимал. Я нашел трек «Сельская дискотека», ссылку на которую оставлю в описании. Открываем FL Studio. Итак, работать мы будем в Fruity Loops, потому что был тон для педиков. Закидываем этот трек. Во-первых, убираем в MP3 версии микропаузу и ищем BPM. BPM этой песни примерно 149. Потом закидываем нашу песню под губу. Всем привет, ребята, с вами я, Миша Шуман. И это самое первое мое видео на канале. И по воскресеньям ждите летсплей по стендов. И, возможно, мы с вами будем скачивать какие-нибудь другие новые игры. Вот моя комната сейчас. Сейчас покажу вам вид из окна. Красивый. Вот вертолетик. Мне Дед Мороз подарил 1000, по-моему. Да. 1000. Закидываем нашу песню на любой канал. Потом добавляем чмошника по имени Параметрик. Нажимаем прямо на кнопки мыши. Выбираем вот этот пресет. И срезаем тут примерно вот так. Добавляем второго чмошника по имени Фрути Параметрик. И срезаем опять повторно нижние частоты. Включаем примерно на дропе трек, чтобы можно было судить нормально. И вы мне скажете, анимальник, зачем нам эта акапелла? Ну, во-первых, такие профессионалы-битмейкеры, как я, Моргенштерн, Янглев, они используют акапеллу, чтобы посмотреть на нее. Они используют акапеллу, чтобы подогнать ее под проект бита и посмотреть, как примерно под него будут читать. Можно будет под него читать рэп. Вы мне скажете, анимальник, ну блин, есть ли специальные плагины, чтобы заслать акапеллу из любого трека? Но я вам скажу. Вы знаете, что такое амнисфера? Я тоже не знаю. Но вы знаете, что... Как ее тяжело установить? У меня даже ее нету. А вы говорите о каком-то там плагине, который достает акапеллу. А ладно. Как говорится, всем пока. Встречаемся завтра в 3 вечера у Пятерочки на митинг. До свидания. Я в самом центре зажигаю, не нажми на мам нужно.
нажми сюда, чтобы подписаться на канал. И не забудь нажать на колокольчик. Нажми сюда, чтобы посмотреть новую серию. Приятного просмотра! Миу, 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 миу!